11 июня приемка лагеря муниципальной комиссии. То сейчас также по лагерю заключены все необходимые договоры на обработку Роспотребнадзора, пожарного надзора. В общем-то, есть понимание уже и есть надежда, что мы получим положительное заключение. Но вы знаете, что есть у нас традиционная сложность. У нас непростая вода в этом районе, поэтому сейчас предварительно думаем, какие еще исследования сейчас проводить для того, чтобы понимать те действия, которые за счет установки фильтров предприняты, даст ли тот необходимый результат, который у нас просит Роспотребнадзор. Помимо этого, в этом году мы планируем в медблоке, который у нас введен в эксплуатацию в 2019 году, получить положительное заключение Роспотребнадзора на осуществление медицинской деятельности. По всем мерам безопасности у нас заключены договоры на техническое обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание системы оповещения, наблюдение, тревожная кнопка и, конечно, видеонаблюдение. Провели электронные торги на организацию питания в лагере. И победителем стала организация достаточно опытная вопросом питания. Это о встрече ВК «Красноярск». Уже состоялась встреча с этим предпринимателем. Ну, есть понимание, как будет осуществляться и какие вопросы нужно держать на контроле.